Здравствуйте, это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Сейчас я покажу вам 6 простых упражнений для коленных суставов. Эти упражнения необходимо применять при заболеваниях коленных суставов, а также при напряжении в ногах. Первое упражнение направлено на то, чтобы расслабить четырехглавые мышцы бедра, двуглавые мышцы бедра и икроножные мышцы. Оно вот такое. То есть такой своеобразный танец. Второе упражнение. Растягиваем собственные связки надколенников. Нужно каждому найти эти собственные связки. Они находятся ниже чашечек. Ноги на ширине плеч. И делаем вот такие вот движения. При этом пальцами рук надавливаем на собственные связки надколенника. Упражнение делаем 20-30 раз. Третье упражнение. Это откидываем голени. Тоже очень хорошее, приятное такое упражнение, которое снимает напряжение в ногах. Четвертое упражнение. Это микроприседание. Тоже 20-30 раз делаем это упражнение. И пятое и шестое упражнение лучше делать на диване, но поскольку мы сейчас в лесу, я принес подушку и покажу, как делать эти упражнения. И шестое упражнение. Разводим голени в коленных суставах. Делайте эти упражнения каждый день, и вас не будут беспокоить боли в коленных суставах, вы избавитесь от напряжения в ногах. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, родственниками, знакомыми. Присылайте нам свои предложения по дальнейшим видеороликам. Всего вам доброго!